Кто здесь? Thank you.
Вся эта запутанная история началась относительно недавно, в нашем небольшом городке. В один прекрасный день город потрясла серия зверских убийств при жутких и необъяснимых обстоятельствах. Страх и панику у людей вызывал тот факт, что жертв даже не были знакомы между собой. Полиция как могла замалчивала о случившемся, но часть информации все же попадала в местную прессу. Одни подогревали слухи о том, что лица жертв были до безобразия изуродованы. Другие же утверждали, что убитые были обезглавлены. Эта таинственная неразбериха и побудила меня докопаться до истины. Мне удалось выяснить, что всех убитых свозили в старую больницу на окраине города, дабы не вызывать лишней шумихи. Думаю, стоит оттуда и начать мое журналистское расследование. В любом случае, мне будет о чем написать в газету.
все сегодня умрете. Yeah.